Народ, всем привет! Сегодня у Александра в сервисе. Пользуясь моментом, тут на обслуживании стоит Audi A4 G-Tron, не E-Tron, а G-Tron. Как-то у меня на обзоре такая тачка была. Это газометановая машина. Здесь 2 литра турбо под капотом, 170 лошадей, 270 крутящего, ну и 7-ступенчатый S-Tronic. Мы, короче, сейчас... Сань, найди фонарь, пожалуйста. Фонарь, да. Мы тут, короче, немного не понимаем. То есть, если исходить из характеристик, здесь, ну, грубо говоря, 3 баллона метана, да? То есть, ну, это не в этом суть. Вот первый баллон метана здесь, вот все под защитами, он зашит. И вот у нас третий вот там запрятан, Саша, покажи. Вот он сертифицирован, видно, то, что есть печать. То есть, раз, два и три. То есть, 2 побольше, 1 поменьше. Но, ребят, как характеристики показывают, там типа 7, а то и 8 литров бензиновый бак у нее должен быть. Но мы вот смотрим на него. Минимум 20-ка, наверное. Да, минимум 20, а то и еще побольше. То есть, он не маленьких размеров, чтобы вы понимали. Вот он. Практически во всю ширину, да? Да. Смотри. Да. Даже если... По вот объему... кто знает, кто пользуется такой машиной, ребят, напишите, сколько же он литров, потому что по объему, так вот по внутреннему, то есть то, что вот отсюда доступно, то есть ширина сантиметров 30, наверное, да, его, то есть потом только бак уже идет, газовый баллон, точнее, то есть неужели сюда 7 литров заливается, по внешним там 20, а то и 25 и 30 должно быть заходить. Короче, ждем правильных ответов от владельцев. И кто обслуживал такие машины, напишите. И те, кто вангует, сколько все-таки объем бака. Да. Ваше предположение. Все, ребят, пишите комментарии.